Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, мы продолжаем играть на сервере SmartRamTA. Ну, в принципе, не продолжаем, а просто маленькое оповещение. Я не могу этот видос монтировать, потому что где-то нету что-то монтировать, вот. У меня есть и так уже два топовых видоса, которых надо отмонтировать, вот. И отмонтировать, да, так сказал, конечно. Вот, смотри, Мартини, ГТР, знакомый, блин. Короче, что хотел сказать, Илья Яшев. Лил Яшев, сори. Салам. Короче, что хотел сказать, что это RS5 в продаже. Цена 5,5 миллионов. Если хотите купить, напишите мне в ЛС. Конечно же, будет торг покупателю. Желательно сегодня-завтра продать ее. Вот послезавтра максимум. Типа, мне надо очень бабки срочно. Вот. Что я хотел сказать, что завтра, 13 октября, 10 месяца, то есть октября, 13 октября, будет сходка на БУ ЛВ парковочке. Я, конечно, вот туда уже отъехал. Или не, давайте я вот тут на парковочке, потому что на БУ ЛВ очень много людей ездит, там т.д. и т.п. Мы сейчас будут писать админы, типа, вы мешаете, там т.д. и т.п. Вот тут никто нас не будет мешать. Это парковочка вот тут на карте, кто не знающий, вот. Вот тут на карте, возле аэропорта, еще хотел сказать, что мы будем завтра снимать видос для, ну, именно видео, потому что звук у меня будет интересненький. Это так, вам спойлер маленький. Может, кто придет, вам расскажу, а может, кто не расскажу. Короче, мы будем снимать там пару сцен, я буду там записывать, вы будете там идти за одним игроком, а я буду это красиво сбоку снимать. Если чё, за мной не мигите, потому что я буду снимать с камхака, лететь, там будет главный актер, по идее, так, там будет ник у него, Талибас или актер, короче, мой дружбан. Он будет вести толпу, а вы будете просто идти за ним. Чтобы для удобного просто связи это было. Не так, как на свадьбе, что я собрал кучу народу, блин, и там был полный пипец. Короче, вы просто переходите по ссылочке в описании. И там заходите на мой Дискорд канал. И завтра в час дня я захожу в Дискорд. Ну, вы, конечно, там будете все молчать или замутены. Не, как это правильно будет? Ну, короче, вы поняли. Вот. И я буду вам говорить, что делать. Это чтобы не писать в чат. Ну, в чате, конечно, тоже буду писать, но, пожалуйста, заходите лучше в мой Дискорд. Ссылочка, напоминаюсь, будет в описании. На этом все. 13 октября, на час дня. Дискорд, главное завтра проснуться. Блин, какой субарик четкий поехал. Давно не играл, а смотри, прям нормальные игроки, нормальные тачки появились, вот. Будет топ-видос, все, кто попадут в видос, попадут в историю с Матрам. Там, можно так сказать, и станут популярными, вот. Так что, всех жду завтра, всем удачи и всем пока.